Все, цепляем к спиннингу и на рыбалку. Вот она, сплетня в воде. Сейчас покажу. Вот поплывок верхний. Сплетня на Хариуса. Снизу идет вот такой груз с поплывком. Это самая дальняя часть снасти. После нее идут мушки. Верховые мушки без груза. Через каждые примерно 20 сантиметров. Так можно хоть 10 мушек навязать, хоть сколько. И в конце такая вот, такой поплывок в конце. Самый крайний. Сюда уже идет леска от спиннинга. Цепляется. И вот, не знаю, такая длинная получается у нас сплетня. Это 2 метра. Если спиннинг короткий, то и сплетня будет короткая. Главное, чтобы удобно было закидывать. На спиннинг 2,40 надо, ну, максимум 6 мушек. Если спиннинг большой, там 3,60, как в данном случае, тогда можно и двухметровую делать оснасточку. Все, цепляем к спиннингу и на рыбалку. Вон там она ждет, рыбка. Вообще, как ловить? Закидываете. Они между собой, получается, плывут на расстоянии. Мне так показать вам, а так вот 2 метра они будут расстояние. Вот от одной до второй примерно. Это зависит от длины вашей снасти. И все. И получается, это вот висит и плывет. Хариус видит и ням-ням. Вот она, сплетня в воде. Сейчас покажу. Вот поплывок верхний, без груза который, и нижний с грузом. Так мушки падают. И получается между двух поплывков мушки. Хариус его кушает и ловится. Это верховая снасть на Хариуса.